Среди москвичей есть немало любителей птиц. Инженер-механик Александр Афанасьевич Варганов увлечен канарейками. Оказывается, канареек учат петь, но вокал преподает пернатый учитель. Вот он взял ноту, ему отвечает хор. А у бригадира-строителя Виктора Егоровича Федотова, живущего под Москвой, целый попугайник. Многие из волнистых попугайчиков родились здесь, вдали от родных мест. На последней выставке московские птицеводы демонстрировали лучшие экземпляры пернатого мира. Соловьев, семьи канареек. А это любители лесных птиц, которых редко встретишь в домашних условиях. Вот их питомцы. Иволга, варакушка, свиристель.